в доме у меня одна такая небольшая, ну, маленькая любовь была. Там такая девочка была, ее звали Епатова, я Люда ее звали. Это я точно помню. И вот я ее как бы любил, короче, в, ну, в мыслях. А так, чтобы ей высказаться, ну, не мог. И, в общем, как-то она, я засек, где она спала, короче. У нас отдельная группа была, а у нее отдельная группа была. Ну, я в ее группу зашел, где девчата, она где спала, засек у нее где койка. И побежал туда к ней. Она, видать, меня, видать, или увидела. Ну, я ее, короче, в постели не застал, ее не было в постели. Я, короче, на ее постель лег, полежал. Ну, и думаю, и то хоть хорошо, хоть полежал, где она лежала, хоть, думаю, хоть на этом хорошо. Ладно, думаю. Ну, а так я насчет девчонок был очень стеснительный, чтобы подойти или что-то сказать, вот это, очень стеснительный был. Так, в мыслях любил, смотрел на нее и так далее. Вот все, вот это у меня вот такая любовь в школе была. Все.